Там все Накануне в Екатеринбурге на вторчермете случился грандиозный автозамес из почти десятка авто, включая тяжелый тягач с контейнером на прицепе. Жителям нескольких домов на Селькоровской возле остановки поликлиника довелось увидеть зрелище ужасное. Там два трупака. А с другой стороны, можно сказать, что стали они свидетелями еще и чуда, потому что на самом деле, невзирая на груды растерзанного в клочья железа и даже асфальта, все остались живы. Ну а товарищ просто погорячился в зоопарке. Фура ехала в ночи со стороны окружной в сторону центра, но доехала только до угла 40-го дома по Селькоровской. Здесь пилот большегруза по непонятной причине вывалился на встречку и там повстречал первую из семи своих будущих жертв – «Ладу Гранту такси», которую и разбил в лепешку. А через долю секунды снес и «Хюндай Солярис». Он как раз пытался выехать со двора, но грузовик вбил его обратно и вместе с ним собрал, как кегли в боулинге, еще пять легковушек, ночевавших во дворе девятиэтажки. Благодаря тому, что их владельцы ночевали все же по домам, одним только железом дело тут и ограничилось. А вот двум людям из двух первых, сбитых фурой машин, потребовалась скорая помощь. Асфальт вырвало, да? Да, вырвало асфальт. Водитель тягача все это пережил без вреда для своего здоровья. А вот насколько он был здоров и трезв, до столкновения вопрос без ответа. Ты... Да ты что, бухой что ли едешь?